спиной находится новый гибридный трактор New Holland, работающий на двух видах топлива – дизеле и метане. И сейчас я вам о нем подробнее расскажу. Этот трактор оснащен двигателем производства FPT Industrial номинальной мощностью 213 лошадиных сил. Особенностью конструкции данной модели является то, что он оснащен не только системой подачи дизельного топлива, но и газобаллонным оборудованием. Газовое оборудование состоит из 4 композитных баллонов общим объемом 528 литров и системой подачи газа во впускной коллектор двигателя. Система имеет собственный контроллер управления, который обеспечивает правильное соотношение горючей смеси. В тракторе установлена трансмиссия Power Command, имеющая 18 передач переднего и 6 передач заднего хода. Переключение передач осуществляется без разрыва потока мощности. Заднее трехточечное навесное устройство категории 3 имеет грузоподъемность 8600 кг на концах рычагов. Основная гидравлическая система трактора с закрытым центром обеспечивает производительность 120 литров в минуту. Также в системе есть шестеренчатый вспомогательный насос, который питает систему рулевого управления и систему смазки. Просторная четырехстоечная кабина обеспечивает комфорт оператору и отличную обзорность. Трактор используется для основной, предпосевной и междурядной обработки почвы, кормозаготовки, опрыскивания и транспортных работ. А газовое оборудование позволяет снизить затраты при выполнении всех этих операций.